Минск подал заявку на проведение чемпионатов Европы по легкой атлетике в 2019 и 2020 годах. И если зимнее первенство, которое проводится в помещении, может запросто принять Минск-арена, то с летним форумом все не так однозначно. Ведь стадион «Динамо», на котором должны закипеть легкоатлетические страсти, уже который год находится на реконструкции. Ярослав Писаренко продолжит тему. Минский стадион «Динамо» без преувеличения можно назвать легендарным. Он принимал и футбольные матчи Олимпийских игр 80-го года, и поединки Батэ в Лиге чемпионов, и много других знаковых событий. Сейчас тут проходит реконструкция, призванная вернуть ему былую славу. Конечно, пока «Динамо» мало напоминает современную арену 21 века, но, по заверению строителей, все идет по плану, и в 2018 году стадион будет сдан. Стоит учитывать, что реконструкция «Динамо» очень ответственная и нелегкая задача. Усложнено было тем, что это память архитектуры, это первое как бы усложняющее такое обстоятельство. Второе — это перепад уровней, то есть перепад поля и вот сквера на западные трибуны около 12 метров. На обновленный стадион уже есть амбициозные планы. Беларусь подала заявку на проведение летнего чемпионата Европы по легкой атлетике 2020 года. Именно поэтому к «Динамо» сейчас будут применяться самые высокие планки и стандарты. Ведь конкурировать ему придется, например, с лондонской ареной, принимавшей Олимпиаду в 2012 году. Наша заявка — это, скажем так, наше намерение. Президентом было сказано, чтобы мы работали над тем, чтобы максимально приложить усилия для того, чтобы в Беларуси были самого высокого уровня соревнования. Вот мы и делаем эти первые шаги, и надеюсь, наш проект впечатлит тех, кто будет принимать решения. Инфраструктура в Минске замечательная. Чемпионат мира по хоккею показал, что мы можем выдерживать и болельщиков большое количество, и туристов, и просто любителей спорта. Очевидно, что обновленный «Динамо» будет способствовать лучшей подготовке наших легкоатлетов. Выступать в первоклассных условиях, которые создаются на стадионе, — мечта любого спортсмена. А соревнования, которые тут планируют проводить, — еще и хорошее зрелище, которое подогреет интерес к спорту у молодежи.